Красиво выглядящие ребята, с какими неудобствами вы сталкиваетесь из-за своей внешности? Большинство мужчин думают, что я флиртую с ними, когда просто веду себя вежливо. Я перестала так вести себя с ними, потому что они думают, что они мне нравятся, когда я точно знаю, что это не так, и другие женщины со мной согласны. Если вы привлекательны, людям хочется думать, что они вас привлекают. Я понимаю это, но это подарило мне нескончаемую паранойю по поводу того, как я взаимодействую с противоположным полом. Что ж, моя хорошая внешность сочетается с ужасно занудным характером, поэтому ко мне постоянно подходят женщины, которые ожидают, что я буду похож на крутого плохого парня. Особенно потому, что я черный и хожу с дредами. Я всегда вижу, как их заинтересованность во мне просто отключается с первых слов из моего рта. Это просто ужасно неприятный цикл, когда мои надежды растут, а затем рушатся с осознанием «О, ты думала, что я был кем-то другим?» И еще в средней школе я был самым крутым парнем, с которым все хотели встречаться. Моя репутация заключалась в том, что я был игроком в школьной команде, но никогда ни с кем не встречался. Я просто закрылся ото всех и отказывал всем девушкам. Обычно это были ученицы от 11 до 14 лет. Однажды меня отвергла девушка, которая мне нравилась, потому что я был игроком. Замечания. Да, моя жизнь тоже может быть плохой. Нет, я не получаю всего, чего хочу, и мне не дается легко все, что я делаю. Нет, я не говорю так со всеми девушками. Нет, она просто друг. У нее есть парень, но я тоже люблю делать покупки. Нет, я не по парням, потому что у меня нет девушки. Да, я на самом деле говорю с тобой, потому что хочу поговорить. Я не хочу жениться на тебе, я прошу твой номер телефона, чтобы позвать на свидание, а не чтобы попросить твою руку. Девушка, с которой у меня были отношения, часто говорила, что ей казалось, что она не единственная, когда я флиртовал с ней. Она часто говорила, у тебя так хорошо получается, так ловко, у тебя это от природы. Уверен, ты не поступаешь так со своими девушками. Меня чаще всего заботит только характер. Неряшливые парни обычно лучшие друзья, чем симпатичные и ухоженные. Я не считаю себя красивым, но в последнее время мне это часто говорили. Мне 34 года, и я никогда не был особо привлекательным молодым человеком. Но в 30 лет судьба была очень щедра на внешний вид. Когда девушка делает мне комплимент или говорит что-то о том, что мне интересно, я не знаю, что делать. Я обычно говорю спасибо и улыбаюсь, и это помогает. Но после этого наши разговоры и в целом знакомства ни к чему не приводят. Я впадаю в ступор от комплиментов, как ребенок, и чувствую себя очень неловко. Я не один из красивых людей, но однажды я жестко судила девушке, которая казалась на вид очень горячей. Я сразу подумал, что она доступная девушка легкого поведения. Но она самый милый человек, которого я когда-либо встречал. И теперь она одна из моих лучших подруг. Оглядываясь назад, я судил о ней довольно бессердечно. Я был еще только первокурсником в старшей школе. И если честно, не имел большого опыта общения. Но мне очень жаль, если ей все еще приходится иметь дело с такими парнями, как я. Если бы вы задали ей этот вопрос, ее ответом было бы то, что парни никогда не хотят просто просто подружиться с ней. Они просто хотят залезть к ней в штаны. Я выгляжу неизумительно но во мне есть определенные качества. Я выгляжу неплохо, мило, немного глуповато и физически довольно неуклюжая. И многим я кажусь совершенно не угрожающей невинной особой. Представьте, как будто бы Энн Хэтуэй играет героиню фильма нулевых. Я получаю от мужчин много глупых, непрошенных советов, и мне трудно делать что-либо публично, потому что всегда выскочит какой-нибудь высокомерный ублюдок, рассмеется надо мной и объяснит, как правильно. Один парень на моей старой работе даже пытался показать мне как правильно мыть полы и я удивлена что у меня из ушей не пошел дым Моя внешность выше среднего, потому что генетика сложилась в мою пользу. Но как бы то ни было, все думают, что я болван, потому что я хожу в спортзал и работаю в ресторане неполный рабочий день. У меня также есть свой бизнес, но люди очень любят судить по обложке. Я очень забочусь о своем теле. Действительно, усердно занимаюсь фитнесом и хожу в спортзал почти каждое утро. А также слежу за тем, что я ем и все такое. Почему люди думают, что парни, которые много тренируются, глупые? Я не понимаю этого. Они как будто смотрят на меня и говорят: Хм, здоровенный парень очень высокий, кажется, занимается спортом да он точно полный придурок я не всегда хорошо выгляжу но выгляжу младше своего возраста и мой небольшой рост мне совсем не помогает я знаю что мое резюме выглядит лучше чем у других людей что ищут работу но я знаю что однажды меня оставили без работы из-за моей молодой внешности я всегда точно могу определить что дело не закончится хорошо когда захожу и меня спрашивают совершеннолетняя ли я или начинают разговор со слова драгуша из-за моей внешности люди считают, что у меня нет проблем с самооценкой. В подростковом возрасте у меня была ужасно низкая самооценка, что я очень старался преодолеть, но мне все равно неудобно даже писать об этом из-за них. Благодаря сочетанию генетики и тому, что я регулярно тренируюсь с 8 лет, сейчас мне 22, я имею хорошую фигуру и заметно подтянутое тело. И когда я стала старше, я стала лучше осознавать, какой эффект произвожу на людей. Но когда я пытаюсь выразить свою неуверенность, я всегда получаю реакцию вроде ⁇ Ты же такая красивая, столько парней подрались бы между собой за возможность возможность посмотреть на твое идеальное тело. Как ни странно, мне от этого никогда не становится легче. Люди, с которыми я дружу, говорят мне, что они влюблены в меня или хотят регулярно спать со мной, а затем просто оставляют меня с этой информацией, чтобы дальше я разобралась сама. Я би, поэтому я получаю двойную дозу, и это влияет на то, как я веду себя с друзьями, потому что я всегда немного на грани. Я опасаюсь, что люди дружат со мной только потому, что хотят затащить в постель. У меня были знакомые, которые просто перестали со мной разговаривать, как только они завели себе отношения. И это всегда так обидно. Потому что мне на самом деле казалось, что они были моими друзьями, но все, чего они хотели, это грязных утех, и как только они заменяли меня вторым вариантом, меня бросали. Я расцвела, когда мне было 19 лет, и мне было очень трудно с этим справиться. Во время учебы в колледже мне стало невозможно заводить подруг. Женщины ненавидели меня. Они не хотели, чтобы я вообще находилась рядом. Не разговаривали со мной, были бы крайне подлыми, старались исключить меня из своего общества. Я действительно понятия не имела, что происходит, потому что выросла неловкой девочкой и никогда не думала о себе, как о похожей на кого-то, кроме себя. Но за одну ночь моя внешность привлекла очень много внимания. Это было очень запутано, а временами чрезвычайно болезненно и трудно. Люди постоянно комментировали мою внешность и меня это чертовски смущало. Иногда женщины хотели подружиться со мной, чтобы справиться с собственными проблемами и низкой самооценкой, чтобы попытаться почувствовать себя лучше, унижая меня и обрывая все связи, когда мы становились друзьями. И люди просто хотели почувствовать себя лучше, убедившись в том, что я не самая умная на планете, и пытались выставить меня идиоткой. Кроме того, как правило, все это заставляет людей чувствовать страх, независимо от того, насколько вы хороши. Поэтому они в конечном итоге становятся холодными, грубыми и странными. По отношению к вам. Кроме того, люди делают вашу внешность темой для своих разговоров, что может быть очень неловко. Или говорят что-то вроде «Ты такая красивая, как же плохо, что ты так простенько носишь волосы. Ты должна больше наряжаться» и так далее. Сейчас я старше и теперь мне уделяют меньше внимания, чем раньше, за что я очень благодарна. Моя внешность совсем не такая, как раньше, и это стало большим облегчением. Мой муж говорит, что он постоянно видит, как люди пялятся на меня. Но я думаю, либо он мило льстит мне, либо я просто научилась игнорировать их взгляды. Я не думаю, что правда выгляжу так особенно и у меня тоже есть свои недостатки но люди все время говорят мне что я красивая иногда это приятно но я честно говоря жалею что у меня приятное всегда привлекательное лицо порой мне хотелось бы надеть другое которое не привлекало бы никакого дополнительного внимания несколько раз это честно говоря больше отвлекало и мешало людям узнать меня по-настоящему это самая сложная часть моей жизни это расстояние которое заставляет людей держаться от меня это конечно хорошо если вы работаете в индустрии развлечений или модельном агентстве и зарабатываете деньги свои и внешностью. Я пробовала этот путь, и мне совсем это не понравилось. Но лично для меня это было в значительной степени ужасной проблемой. Девушки думают, что я недоступный или слишком хорош, чтобы даже посмотреть на них. И у них иногда создается впечатление, что я сумасшедший бабник, у которого должно быть были десятки девушек, в то время как, честно говоря, я более или менее средний парень в отношении женщин, и я, безусловно, очень беззаботный и доступный. Это чертовски отстойно, потому что всю мою жизнь с детства мне делали комплименты по поводу моей внешности, вместо того, чтобы говорить, что я умная, забавная или упоминать какие-либо другие мои черты, не связанные с внешностью, так что теперь я безумно гипер критично к себе и вся моя личность связана с моей внешностью. Я постоянно боюсь, что это все, что я могу внести в жизнь общества. Поэтому, когда моя красота неизбежно исчезнет, я стану бесполезной. Мой бывший твердо уверен, что красивым людям жить легко. Он пытался дать мне научное доказательство этого. Хотя в случае с некоторыми людьми это может быть правдой. Для меня это не так. Что действительно до меня доходит, так это то, что он действительно верил в это и использовал это против меня в определенных вещах. Ну а на этом видео заканчивается, и если это видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Народ, давайте попробуем добрать на этом видео 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков, я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока!